Диагноз коронавирусной инфекции на Ставрополе подтвердился еще у 12 человек. Свежие данные об эпидобстановке сообщил губернатор Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 – в состоянии средней степени тяжести. Среди заболевших люди разного возраста, в том числе и дети. Владимиров подчеркнул, сдержать распространение инфекции поможет самоизоляция. Жителей призывают не выходить из дома без необходимости. Ситуация с коронавирусом не отразилась на работе агропромышленного комплекса Ставрополья. Об этом в рамках рабочей встречи с губернатором Владимиром Владимировым рассказал глава регионального Минсельхоза Владимир Ситников. Налажена работа с поставщиками горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений и сельхозтехники. Идет посевная, половина работ уже позади. Чтобы защитить посевы в условиях нехватки влаги в полях, губернатор поручил отработать меры страхования и механизмы, чтобы поддержать бизнес. При этом, по словам Ситникова, нужна поддержка небольших предприятий. В Кисловодске в 2020 году начнет работать новая школа. Образовательное учреждение рассчитано на 275 детей. Открыть его планируют к 1 сентября. В здании разместятся информационный центр, спортзал, медиатека и обеденные залы. Готовность объекта на данный момент составляет порядка 70%. Отметим, что строительство ведется в рамках нацпроекта образования. Время горячих батарей подходит к концу, но точная дата завершения отопительного сезона будет зависеть от погоды. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Окончательное решение каждый муниципалитет будет принимать сам. Чтобы перекрыть горячую воду в батареях, температура за окном должна минимум 5 дней держаться выше 8 градусов. Тепло пока нигде не отключали, по понятным причинам. Но середина апреля уже совсем рядом, так что все может измениться. В Нефтекумском округе продолжается благоустройство территорий. На этот раз обновления коснулись дорог. Нормативное состояние приведут участки трасс Нефтекумска, Каясулы и аула Улуби-Юрт. Эти востребованные местными жителями дороги уже порядком износились, стали небезопасными для передвижения автомобилистов и пешеходов. Реконструкция пройдет в рамках краевой программы развития транспортной системы. Всего округу на эти цели выделено больше 60 миллионов рублей из регионального бюджета. Все работы планируют завершить к сентябрю.